меня тесно, я сама выйду. Ну, смотри туда. Ездра. Это ваш храм. Не просто так. Пашка, а почему не Николаем крестили, а Ездра? Воля родителей, родственников. Я всех опросил, все. Сегодня 18 февраля. Препятствий нет. 23-го, 24-го года. О, тоже есть святой. О, святой. Святой имени, да, там, Девору назвали, потому что... Я боюсь его даже держать, у меня руки голодные, он тепленький такой, под мышкой. Хорошо сидим, не сидеть надо, да, батюшка? Хорошо сидим. Батюшка, вот. Они точно здесь идти. Что-то черненькое кольцо только блестит. Батюшка, вам тоже надо... 49, сейчас будет 50. Мы свекру этим летом поменяли, так он говорит, я вот вижу, вот вижу. Жизнь разделилась на то и после. Казалось, почему? Виталий, Юлия, Антония. Все видно. Антонина, Надежда, Леонила. Я даже больше в очках не представляю. Печатный молодец пишешь. Я вижу. Вот что. Я всю жизнь пробил с этой болезнью. В армии даже я, можно сказать, лукаво попал. Не взяли бы. Ну, а в армию охота была, в армию, ну как в армию не идти, это что там? Что, я инвалид, да? Да, что там, у Бога там, что там, ни одна девчонка с тобой не было. Ну, разговаривай. Это что, дружить, разговаривать? Да. Ну, в армии не было. Там, когда уже поскольку, все в одной один. Ну, не, ну, кармане. Или в руке. Да нет, они меняются, кто же в отпуск уходит. Потом как перчатки. Без разницы. Ну и пока разницы. Ну тут, конечно, борзая чуть. Опытная. В прошлый раз с мальчиком работал. Позапрошлый раз бабушкой работала. Позапрошлый раз. Так, полторы минуты осталось. Хорошо сидеть. Ровно за 7 минут молчания хождение прекратить. Ну-ка. Пошли молитвенники наши.